Друзья, всем привет! 1 сентября клуб «Ярополк», не изменяя своим традициям, приехал в Купель. Все наши закаливания, повторюсь, мы посвящаем каким-нибудь праздникам. Сегодня в России и в мире несколько праздников. Одни из них сегодня Всемирный день шахмат, сегодня день международный кекса с вишней, есть даже такой праздник. Сегодня день газовой и нефтяной промышленности, который отвечает Российской Федерации. Но наше закаливание мы посвящаем 1 сентября, это Дню знаний. А мы в честь этого праздника окунемся. Поехали! Ну смотри, зимой на самом деле покайфуй, потому что ты понимаешь, что ты реально крутой, так как там снег, а ты купаешься. Понял меня? Начните ездить. Терпение учителям, родителям, учение... Свет, а не учение, тьма! Да, да. Всех с праздником. Второй раз. Головой. Отлично. Да. Хочу поздравить всех с праздником, Днем Знаний, пожелать всем всегда учиться, быть на позитиве и всегда развиваться, в общем. Потому что человек учится всю жизнь, даже несмотря на твои 20 лет, пускай ты... А ты в институте учишься! Да. Вот все и поздравляешь. Давай. Сегодняшний день говорит нам о том, что лишних знаний не бывает. Поэтому поздравляю всех с 1 сентября. С головой раз. С головой ниже. Опа.